крупы, мучные изделия и сахар. Ассоциация ТОС Ульяновской области подготовила продуктовые наборы для своих подопечных. До Нового года тосовцы раздадут более 700 проднаборов. Как всегда, они включают в себя самое необходимое. В продуктовый набор входит горох, гречка, сахар, мука, макароны, масло, чай и несколько видов консерв. Помощь получат подопечные центров активного долголетия по всей области. Проднаборы им выдадут в центрах или же приносят на дом. В регионе насчитывается 32 центра активного долголетия, которые работают под началом территориальных общественных самоуправлений. В них обслуживается 1300 человек. Ежегодно количество центров и людей в них растет. Люди приходят, какие они услуги могут получить? Конечно, аппаратный массаж, клубно-кружковую деятельность. В настоящее время мы купили еще палки для скандинавской ходьбы. Вот раздадим 95 комплектов палок для скандинавской ходьбы нашим подопечным. Каждый пенсионер может прийти в центр, оформиться и получить продуктовый набор. В следующем году их планируется раздавать ежеквартально. Кроме проднаборов, тосовцы раздают хлеб нуждающимся. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, Управда ТВ.